Rescue the princess before the goblins can escape with her. Please hurry. Your village needs you. Так, ну ладно, давай поговорим с ним. We need you to rescue the princess before the goblins can escape with her. Please hurry. Your village needs you. Ага. We need you to rescue the princess. То же самое будет говорить, видимо, постоянно сейчас. Да. Получается так. Так, все, пойдем. Бей ящики. Ящики, а где ящики? Ну вот справа здесь ящики были. Я не вижу просто их. О, чекпоинт. Ну-ка. Ага. Прикольно. Что? Вот, например, вот так. Три штуки сразу. А у меня при удержании вот что получается. Ага. В миле радиус. А ой. Иду спасать. Съесть. Зачем превращать? Надо было мне оставить, у тебя полное здоровье. Зачем ты съела? Ну вон же еще лежит. Где? Ну вон. Мне этого мало. Нормально. Неполное. Полное. Вот, я себе еще нашла. Молодец. Стой. Так, есть еще у вас тут? Да, есть, вот, сейчас. Ага. Все, пойдем. Не. А в дома можно заходить? Вламываться. В смысле? Откройте. Нет. Заходите, не вламываться. И сразу так это, вкусняшки на стол. Да. Мы герои, нам нужно. По какому принципу он ближайшего выбирает или что? Ближайшего, по идее. Ой, там бочки взрываются. А это что еще за пружинка такая? А что за звуки такие? Ой, мне надо поесть. Вон, ешь, тут много всего валяется. Ом-ном-ном. Внутри склеца. Ага. Хорошо. Хорошо что тебе с дальним боем-то. А у тебя тоже есть? У меня плохой дальний бой. Есть бочки, которые взрываются. Да. Возьми лучника, возьми мага, в конце концов, если хочешь. Погоди, ну-ка. Ладно, я жив. А давай вместе. А влево-вправо не пойдем? Ну давай сначала запрыгнем, а чего? Нам же не наверх. Понятно. А зачем? Не знаю. А, отпустите! Давай карту посмотрим. Нам надо вон туда. Значит, идем с правой стороны, да? Да вообще-то, наверное, вообще нет. Разницы. Давай сначала налево. Нам все равно, скорее всего, в центр понадобится идти. Да, давай. Предлагаю, вот сейчас пройдем по левой стороне, да? Потом вернемся через центр. Ага. Там какая-то штука опасная. Ты ее взорвала. Да. Ой, ему плохо. Сейчас я ему помогу. А, опять сейчас бомбить начнут. Вот почему ты того выбрал в цель? Геймпад. Ну, как-то так вот. Ай, рано. О, шустрый какой, мелкий. Стой. И шустрый. Я слишком молода, чтобы умирать. Ну я Эмма же. Ага. Сундук. Вы у нас тут сундук прячете. Лучник. Ага.
А, я тоже теперь такой. Какой? Фигуристый какой? Фигуристый. Ну, не то чтобы фигуристый. Что там хелп? Хлопковый такой. А как спасти-то? Дайте спасти как-нибудь народ. Странно. Пойдем, пойдем. О! Ничего себе. Бомбят. Он где-то кричит. А как? Я странно. Не знаю, но, видимо, потом. Или мы еще не подошли просто? Мы еще не подошли. Звук какой-то очень странный просто, непонятно откуда. О, принцесса. Я думаю, что принцесса Маффинтоп безопасна. Now I need you to escape with Princess Plump as well. Oh, are we going on an adventure? Oh, stuff it, you disgustingly sweet excuse of a creature. Gadoo, get moving! I need to speak with the kings before I depart. Сладкое подобие нормального существа. Ага. Это боссик, я так понимаю. А она-то такая дурочка, прям совсем дурочка. Ага, ага, ага. Босс, 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 босс. Ага, ага, кидается. Ага. У меня прям кровь из глаз пошла. Ого. И правда. Как мне вот в эту штуку попасть? Во. По-моему, там бахнуло. Yes, princess. Of course. Hop to it. And maybe we can stop for cash on the way. Да всегда пожалуйста. Фу, я даже жива. Ай, все пропало. Да посмотри, я почти умерла. Там бочка бахнула, и как раз катсцена началась. Фирменный рецепт Суртра. Суртра. Ты представляешь, как обидно, а? Я съел что-то. Я, говорю, бочку эту молниевую подорвала, и тут катсцена началась. Да-да-да, я тебя бабахнула еще. Да. Давай посмотрим. А ты меня не жалеешь, я тебе жалуюсь. Я еще и тортик твой скушал. Случайно. Вот, ешь вот это. Ну кушай, ну что там мимо-то? Ну зачем ты ее взяла? Ну попадет же сейчас. Я ее не специально взяла. Тортик, говорю, съешь. А где тортик-то? Ну вон же лежит. А, я его смотрю-смотрю. Ищу-ищу. Фу. Обратно нам, да? Да. Ну неси. Обратно же? Обратно. Ты сильный. Ну ты тоже ее таскал нормально. Принцесс Плумп и ее новый назначенный роял гард. Ты, между прочим, боролся по улицам для безопасности роял плаза. Трескай. Ага. Все, я готова. Кто там прям стреляет, гады? Вот прям совсем. Ну смотри, она сама нормально ходит. Ну, в общем-то, да. Отстань, отстань. Все. Ау! Хорошо, так да. О! Вот еще можно слопать. Не нужно мне. Ну как это не нужно? Нужно у тебя капелюшечка, видишь? Не хватает. Кровотечение мне повесили, гады. Все. О, а принцесса-то готова. У нас тоже стреляет. Нам направо, да. Е-е-е, накрыл. Ты крутой прям вот. Ну как-то урон маленький. Зато уешь это нам. А, слушай. А, Миссиус, это вот этот. Опять тут что-то не на меня упало. Лучник. Ну. По-моему, надо брать лучника. Он у нас самодетый получается. Правда, у него здоровья мало. Постоянно огребаю от них. Потому что по сторонам смотрю. А мы куда надо пришли? Надо было вверх идти, да?
Не факт. Ой, не то нажал. Может, по центру пройдемся тогда? Ой. Ну, в любом случае, мы сохранились. Не, ну лучше здесь, наверное, по центру. Давай, давай, давай. Можно будет потом спуститься, я думаю. Давай, давай, пойдем вверх. Нет, подогоди. Надо же переодеться. А у тебя что-то... А, точно. Я лучника просто сменил на лучника себе. Насквозь стреляет. Хорошо. Меч. Убирает врагов с глаз долой. Отталкивает и обездвиживает. Хорошо. Шапка. Увеличивает урон от мощной атаки из лука. Ага. И броня. Сопротивляемость к холоду, электричеству и яду. Хорошо. Подождите. Ну, подожди. Деньги, 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 подожди. Деньги. Вот. Сейчас, подожди еще. Тут площадь обойду. Посмотрю. О, там какой-то сундук, смотри. А! Да. Воин. Воин. Шипокостюм. Причем у нас есть уже этот шипокостюм. Да? Да. Ну ладно. Ой, простите. Все, пойдем дальше. Периодически начинают за тобой следить. Ага. То же самое, знаешь, как в этом... В ЛБП было, постоянно путало нас. Ага. Вроде цвета разные. И афро себе взяла. Лучник. Зефирострел. Ну-ка. А, есть уже зефирострел. Ну ладно. Он в деньги, что ли, сразу переводится, не пойму. Потому что денег резко больше стало. Да, видимо. Повторился. Почему вот эта штука не подорвалась? Я ее пыталась выбрать. Я тоже пытался. Да? Да. Хорошо. Вот, а сейчас нормально. А сейчас выбралась. Выбирается. Странно. Стиком можно менять, действительно. Но это очень не очень удобно. Между прочим, было больно. Ну так ничего, но милишникам удобнее в сочетании с рейнджом. Скушай тортик, кусочек здесь. А где-где? Ага. Вот, под пышечкой. Чего он там говорит? Я прослушала. И субтитров, по-моему, не было или были. Во! Ага. А, вот, продавец, смотри. Ну-ка, поговорить. Каждому свое. Ого. Фирменный. А, точно, выпал же. Стоп. Экипировать, да? Да. А зачем мне? А что он улучшает конкретно? Пока не пойму. Не знаю. Можно оружие улучшать, но сколько это? 550 стоит. Допустим, броню 275 и эту броню 475. Давай попробую улучшить. А, вон звездочку добавляет, видишь? В качестве оружия. Удерживает для улучшения. Сколько прибавило? А вон пишет сверху. Был 11. Ой, это, точнее, это стало на 11. Следующий уровень? Или... Да, на следующий это пишет. Ага. Ай, ага. А почему меня закрыли? Потому что не двигалась, не нажимала ничего. Я не курица. Нажми, ага. Не, ну неплохо. Странное решение с этим делом. Алаказам, да я просто шучу. А почему отменено? Держать надо. А-а-а. Ну хорошо. А сильно, интересно, новые шмотки будут по урону отличаться? А то мы вот улучшаем, вопрос. С
смысл? Я больше не буду. Я немножко броню улучшила и оружие. Остальное не стало трогать. Ага. Кстати, оружие влияет на скорость атаки даже, я смотрю. Или мне кажется. И вот мы в итоге к центру пришли. Сейчас босс будет. Босс. У него какой-то дохлый писец там. Да. Я что ли? Wait, what? Oh, come on. What? Is this a size thing? Fine, have it your way, humans. Zog, drink up. Ого. Нам тоже там надо выпить, вон. А у меня заряжено. У меня заряжено, бью. Ха-ха-ха. Ого. А чем активировать-то? If only you had some sort of sauce that made you more... R2. Awesome. Сейчас еще раз. Ага. Можно еще выпить вон, кстати. Лежат. Ага. Кстати, это так рассчитано, похоже. Они там падают. Постоянно. Толстый какой ты! В центре торт валяется большой. Да. Я пробую мелочи разгребать своим ауешным ударом. Какой иммунитет нафиг? А! Кувырок какой-нибудь хочу. Ага. А! Да хватит меня пинать, зараза. Тут тортики валяются справа, Саш. Кушаю, кушаю, кушаю. Сейчас мы их разгребем немножко. Ага. Ты свою способность можешь, кстати, применить же. Какую? Ну, эту. R2, которая. А, и дамажить много, да. А, ты использовал тут уже? Я ее уже делала. Новая? Понятно. Я просто бутылочки собирала. А я думаю, что я не так делаю-то? Понятно. О, добили, что ли? А, нет, он еще пошел пить. А зачем наши-то бутылки побил, гад? Ого, он теперь мощный типа такой. Он иммунный, что с ним делать-то? Иммунитет, да. Подождать, наверное, нужно, пока у него пройдет воспаление. Вот это. Либо только усилением бить. Такое ощущение. Похоже, усилением только надо быть. Возможно. Нет, усиленная атака не работает. Вот я сейчас. Нет, я имею в виду под вкусняшностью. А. Но у меня нет вкусняшности толком. Ай, гад. Ой, я стал обычный. Тортик валяется, если надо. Ага, слопал. Вообще урону не наносит. Да. Ай! Прям залетело на огонь. Не, бесполезно бить. Надо мелочь, короче, набивать на мелочи вкусняшность и после этого только бить его. Может быть, когда толстыми станем, тоже можно бить? Не знаю. Ну что вы за мной бегаете? Сдохните уже. По-хорошему. О, сейчас попробую. Нет, иммунитет. Иммунитет, да. У меня набилось. У меня еще нет. Мелочь бей, чтобы вкусняшно. Я же этим и занимаюсь все это время. Ну все, все, все. Но я же не знаю. Я увлечен. Отгад. За королеву. Ага. Так, сейчас как запущу. За тортики,
вкусняшность добавлять. Хе-хе-хе. Вот гад. Следующая фаза. Он пошел все пить. А нам? Иммунитет, да. Ну, собственно, логично. Обидно, что у меня еще шла фаза усиленная вкусняшности. Ого, перепрыгивать надо. Ага, даже так. Прикольно. Так, и порвайся его побить постоянно. Задел, смотри. Ой, вкусняшность. Сожрала. С асфальта бы слезать вот это вот. А, да умри уже, да, действительно. С какого асфальта? Вот, вот здесь лужа, смотри, налита. А, слезать. Там, смотри, сколько много всего. А, перепрыгнул. Ага. Попал, ну, давай еще немножко, давай. Копись, копись, копись. Ууу, сколько вас тут много. Кстати, он их тоже бьет, по-моему. Да. Ага. Ах ты гад. Сейчас, сейчас, сейчас бахну. Опа. Тоже хочу бахнуть. Запускаю. Ай, больно. Тоже запустил. Ах ты! Че, неужели добьем чуть-чуть? Добьем! Мак! Бич жруна! Ага. Фу! Какой ты толстый был, парень! Че выпало-то, че выпало? Стой, там кто-то пришел к нам сверху. Я не могу менять ничего. Пока. А, я потому что в этой форме. Слушай, ну у меня повтор упал. Да прикинь, ага. Как обидно, а? Ну это деньги дали, значит. Но деньги... деньгами? Мне одеваться надо. Ничего нового не дают. О, повышенный урон против жрунов. Хм. Ну так как-то, да, не дают. Гады. Гады? Ну ладно, пойдем. А знаешь что, может быть вот здесь вниз попробовать сходить? Давай еще? Сходим. А, мы не можем здесь сходить вниз. А что там? Завал. А, тут завал, понятно. Да. То есть нам надо было сразу подняться туда, уткнуться в этот завал. А там тоже, мне показалось, завал снизу был. А, наверх. Ну ладно. Это наше, это наше. Засолка. Засолка.